ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть на путилок. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали ухо. Рядом. Так. Рядом. Так. Рядом. Хорошо. Место. Сейчас мы продемонстрируем начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода доберман, возраст 4,5 месяца. Личка чай. На первом этапе заведите такой подсумочек с лакомством. И обязательно на первом этапе всей команды подкрепляем лакомство. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Лакомство может служить сухой корм, там премиум класса, колбаска, сырок, то есть уже печенье, на что ваша собачка будет настроена. Хорошо, место. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Гуляй. По команде гуляй, собака должна гулять. В это время можно поиграть с щенком, заодно подготовиться к очередной отработке команды ко мне. Правильно, Чарли? Команда ко мне – это сложная индивидуальная команда. На первом этапе отрабатывайте в уединенных местах, без посторонних раздражителей. И обязательно на первом этапе эту команду нужно подкреплять лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Собака у нас находится на дрессировке 12 дней. То есть за 12 дней мы сделали такой результат у щенка. Возраст щенка 4,5 месяца. Порода доберман. Кличка Чарли. Прошу любить и жаловать. Да, Чарли? Гуляй. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Гуляй. Ко мне. То есть по команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке и отработайте команду рядом. Затем остальные команды будете подключать по этому. Правильно, Чарли? Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Прохладно, да, Чарли? Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Со временем время выдержку расстояния будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже двух раз в неделю, утренние, чем часы до кормления. Желательно на первом этапе в уединенных местах, без посторонних раздражителей. И обязательно не скупитесь на поощрение. За правильно выполненную команду собаку нужно поощрять. Подходим и кладем собачку. Хорошо сидеть. Повторили команду, огладили, дали. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. То есть по команде рядом собака должна сесть с левой стороны. Команда рядом подается при начале движения. В поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Лежать. Хорошо лежать. По команде лежать собака должна лежать. Со временем время выдержку расстояния также будем увеличивать. Существует три вида поощрения. Первая – дача лакомства, оглаживание, команда «хорошо». На первом этапе применяем три вида поощрения. Со временем навыки закрепятся, укрепятся, и будет достаточно просто давать голосовую оценку команды «хорошо». Подходим и хвалим собачку. Хорошо лежать. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, Чарли. Рядом. Хорошо.
Рядом? Хорошо, рядом. Красавец. Прохладно сюда, да, что? Начали работу. Хорошо. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Место. Команду места мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда места от сидеть, лежать или стоять? Более длительный интервал по выдержке, и собачка может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Собачка может сесть, лечь, встать, но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Подходим и хвалим собачку. Хорошо, место. Повторили команду, огладили, дали лапу. Рядом? Хорошо. Красавец. Рядом? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. Это у нас будни дрессировки. То есть собака, я работаю в утреннее или вечернее время до кормления. Обычно до 10 минут, не больше. Вот как снимаю сегодня. Это обыкновенный у нас день дрессировки. После того, как провели занятия, дайте собаке разгрузку. Для собаки самая любимая команда – это какая, Чарли? Команда «Вин». Правильно? Заодно поотрабатываем команду. Хорошо. Гуляй. По команде «Гуляй» собака должна гулять. В это время можно щенком поиграть, заодно подготовиться к очередной отработке команды «Гуляй». Можно поотрабатывать в игривой форме эту команду. Гуляй. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив нас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, отладили, дали лакомство. Гуляй. То есть не забываем на первом этапе отработку команды ко мне подкреплять лакомство. Ко мне. Вот так за 2 недели у нас работает Чарли. Вот за щенка 4,5 месяца. Кличка Чарли, порода Доберман. Да, Чарли? Хорошо, ко мне. Хорошо. Рядом? Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Место. То есть это мы вам продемонстрировали будни дрессировки. Порода Доберман, возраст 4,5 месяца, кличка Чарли, свою работу окончил. Подписывайтесь на наши каналы, Одноклассники, ВКонтакте, ТикТок, Ютуб, Инстаграм, Кино, Лайк. Будем рады помочь вам в дрессировке. Всем удачи, всего доброго. Рядом? Хорошо. Место. То есть это у нас работает Чарли, возраст щенка 4,5 месяца, порода Доберман. Прошу любить и жаловать. Всем удачи, всего доброго. Молодец, Чарли, молодец.